Так, вот это небольшое видео об умении радоваться мелочам. То есть, да, как бы я ничего в этот день не сделал, в общем-то, серьезного такого, но вот как бы я сходил и купил вот для паспорта обложку самую дешевую вообще за 50 рублей. Вот, но это тоже было офигенно, да, поскольку видите, какая она какая клевая, да, за 55 рублей. Вот она, видите, синенькая такая, блестит, вот. Вообще нравится, да? Тут, правда, без гравировки, без всякой, то есть тут можно было чуть золоченое, да, как в более дорогих версиях, да, но просто, видите, вот такая, да. А еще я сходил в Билайн. А в Билайне мне переоформили номер, то есть, да, мне сказали приползти туда, чтобы сверить паспортные данные. Я тоже пошел уже с крутой обложкой, да, в Билайн. Вот, довольный, радостный, да, пошел там. Просто там было пройти там метров, не знаю, 500 всего, ну, да, даже 400. Я прошел и нормально, как бы, да. Заверили мне паспорт, все там, да. А обслуживание в Билайне продолжается уже 10-й год, наверное. Уже даже больше. То есть вот, как бы я в феврале зарегистрировал, я уже 10 лет в Билайне в этом. И не меняю ни номер, ни сим-карту. Вот. А до этого еще 2 года пользовался, но у меня жизненные обстоятельства сложились так, что там друг долбоеб был, да, надо было его нахуй послать. А иначе, кроме как сменить номер, не было возможности. Взял, сменил, все. Пошли все нафиг, сказал, и все нормально. И жизни настало спокойствие, опять все, да? В общем, все. Радуйтесь мелочам, господа. Вообще, что получаете? Каждой мелочи радоваться будете, если научитесь по-настоящему. Счастливы будете от каждой мелочи. От каждой своей прогулки. От всего такого, да, то будете счастливы, как черная кто, да? Не будете думать, что там насос у вас в колодец провалился. Да и хуй с ним. Вот насос в колодец провалился, хуй с ним вообще, да? Что было сильно лучше, что он у вас был, да? Вот, казалось бы, насос в колодец провалился, пиздец, воды не будет. Вот, смотрите, сейчас, видите? Вот. Вот, и не надо было заморачиваться ни на чем, видите? 2000 рублей в год, да, и все, вот. Вот, видите, шланг туда идет. 2000 рублей в год, и шланг от соседей пущен. И никаких колодцев вот этих не надо с этими насосами. Не надо 25 метров глубины, и все просто решается на самом деле. Все намного проще. Но началась эта эпопея, да, что колодец закрыли, есть про насос рассуждать дальше, да. Но фиг бы с ним, с этим, с колодцем, с колонкой, там, с общественной. Радуйтесь всему, что у вас есть, и что вы закажете, все у вас будет. Пусть оно придет другими путями, то есть у вас не будет своего колодца, но или соседи вам прокинут, или еще что-то произойдет, да, то есть у вас вода, допустим, будет, да. Вот это как пример. Вот. Все желаемое, оно приходит со временем, только не всегда такими путями, которые вы думаете, что оно придет. Планируйте, все будет. Every good. Good night. Ёпта.